Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня мы будем обозревать с вами парфюмерию Уса, а точнее их линейку Энфес. Итак, поехали. Я уже не один день тестирую каждый из этих ароматов. Еще вам обещала показать аромадиффузоры, как окрасились цветочки. Они действительно окрасились очень красиво. Я вам это все покажу. У меня линейка Enfes в заказе была представлена тремя ароматами и четырьмя продуктами, потому что автопарфюм, он дублирует аромат один из представленных. Номер 16 у меня, номер 27 и номер 10. Сейчас расскажу, какой из них аромат, что из себя представляет. Будем говорить с вами про схожесть с оригиналами, будем говорить с вами про стойкость. Еще многих девчонок пугала та мысль, что они масляные на масляной основе. Не на масляной основе, а там 15-20% натуральных масел, они будут оставаться пятна на одежде. Никаких пятен одежды не остается абсолютно. Не пугайтесь по этому поводу. Энфес — это у нас с вами линейка парфюмерии Уса, Уса Creation. Это турецкий бренд, турецкие парфюмеры его разрабатывали, но есть производство и в России, в Подмосковье, да. Есть промокод на скидку, оставлю его в описании, все ссылочки полезные тоже оставляю в описании, скидка 10%. Так, какие ароматы у нас здесь с вами представлены? И на видео распаковку тоже ссылочку оставлю, оставлю подсказку, посмотрите, пройдете. Это аналоговая парфюмерия, да, турецкого производства, в составе с маслами. Очень интересно, на самом деле, бренд, много на него хороших отзывов, давайте разбираться. Что у меня? У меня Enfes автопарфюм Байреда. Также у меня есть Enfes, это номер 10 по мотивам Байреда. Они все идут по 25 мл и цена без каких-либо скидок 1290. То есть это прям вот полная цена, да, со скидками, которые бывают частенько с промокодами, она будет еще дешевле. Давайте разбираться. 10-й парфюм. И автопарфюм. Это у меня уезжает к сестре, если она заценит. В автопарфюме 5 мл, и его цена 310 рублей, то есть без всяких скидок это вообще нормально. Вот так он выглядит, у него номер 58, вот такие здесь штучки классные, да, которые регулируют все это дело. Он закрытый, я его не вскрывала, я его не тестировала, потому что хочу отдать сестре, подарить в таком виде, в каком он есть, но я тестировала парфюмы. Что я вам могу сказать? Для меня при первоначальных нотах, он в красной коробочке уже парфюм, да, это не Байреда, Балвафрики, это Балвафрики именно, да, вот так выглядит флакончик, черная крышечка, 25 миллилитров, удобный распылитель, тоже никаких нареканий к нему нету абсолютно, и тоже регулируется нажатие, как у всех парфюмов Enfes, то есть можно легкое облако создать, можно посильнее нажать и большое облако создать, распыление мелкодисперсное, очень классно, никаких нареканий. Очень много схожих нот с Байреда у этого аромата, с Балом в Африке, да, но я не чувствую тут той классической байредовской ноты, которая присуща им, которая является вот именно для меня притягательной. Я знаю, что многие девчонки ее, не многие, нет, а некоторые девочки не любят эту классическую нотку в ароматах Байреда, и если вам в целом аромат нравится, но не нравится вот эта нота, то это ваша история. А в моем случае нет, я здесь эту ноту не чувствую, которая является для меня вот такой вот, знаете, как афродизиаком, да, я ее обожаю, здесь ее нет, поэтому на оригинал не похож при первоначальном нанесении. Когда начинает раскрываться на коже, есть сходство, оно действительно большое, но нет, для меня вот нет, потому что нет вот этой вот нотки, которая для меня является именно притягательной. А так сходство действительно большое, оно есть. Но это не Бал в Африке. По стойкости парфюмы действительно все стойкие. Как заявляет производитель, они действительно очень стойкие. То есть на одежде, до стирки, на коже, ну, часов 6 точно. Потом я все равно ощущаю этот аромат, если принюхиваться. Сходила в душ, принюхиваюсь, тоже есть легкий отголосок. То есть парфюмы достаточно стойкие. Недостаточно, а очень стойкие. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами 16-й аромат уже в черной коробочке. Это Virtus Narcosis. Я не пробовала этот аромат в оригинале, поэтому по схожести сказать ничего не могу. Но на самом деле аромат классный. Понравился. Мне все пока ароматы, которые я пробовала, понравились. Вот этот аромат тоже, который не совсем похож на Байреда, да, он нравится. Я его с удовольствием прям буду носить, он классный. Он тоже классный, он притягательный, он здорово раскрывается. Они все, кстати, многогранные, они не какие-то там плоские. То есть взяли основные ноты вам и скопировали аромат. Нет, они многогранные, они раскрываются, они на коже играют, очень интересно причем. Так, значит, у нас с вами 16-й номер, Virtus Narcosis. Так.
Это такое сладко, не скажу, что табачный, но хотя, возможно, здесь и есть нотка табака, вот по ощущениям. И есть нотка очень схожая с молекулой Eccentric. Очень есть схожая вот эта вот смоленистая нотка. То есть сам по себе аромат, он довольно тяжелый на жару. Да? Я бы вот отнесла к зимним. Он сладкий, он с вот этой вот ноткой смоленистой. И еще, когда он начинает раскрываться на коже, есть какая-то нотка гурманская. Он вкусный, он многогранный. Каждый для себя здесь может много чего открыть на самом деле. И на самом деле приятно носить. Все ароматы очень здорово шлейфят. То есть шлейф у всех практически крутой, и он достаточно сильно отличается от первоначальных нот, что радует. Интересный аромат. Не могу сказать, что он прям мой-мой, потому что мне в последнее время молекула не нравится, и вот эту нотку синтетическую я не очень люблю. Но он интересный. Он очень интересный. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами аромат под номером 27. 27-й в красном тоже флакончике. Я не знаю, почему некоторые у нас с вами в черном флакончике, а некоторые в красном. Не знаю, честно, девчонки. Так, дальше у нас с вами 27-й по мотивам Tiffany and Love for her Tiffany. Мне хотелось попробовать этот аромат. На самом деле, я тоже не пробовала оригинал. Поэтому не могу вам сказать про схожесть, но сам аромат очень классный. Очень классный, мне понравился. Это, знаете, такой сладенький. Искристый, игристый аромат. Я бы прям могла порекомендовать смело его молодым девчонкам. Ну, я молодые имею в виду, это ну, до 35, до 45 даже лет. Но он легенький. Если любите такие легенькие, сладенькие, игривые ароматы, это ваша история. Искристый, да, шампусик опять здесь я чувствую, свой любимый в последнее время. Он искристый, он классный. Здесь, знаете, что немножко чувствую? Немножко чувствую жасмина, весенних цветочков, таких легкий такой аромат, классный. Он в то же время обволакивающий, но, несмотря на то, что цветочный и сладкий, он абсолютно не тяжелый, не приторный. Он интересный, он здорово раскрывается. Раскрываться начинает нотками зелени. Мне нравится безумно его шлейф. Шлейф вот как раз он больше связан с нотками зелени. Искристой зелени. Вообще аромат очень классный. Он мне что-то напоминает, что-то люксовое, что-то другое. Не помню, прям из молодости. Вот аромат из молодости я его назвала. Аромат легкости, непринужденности такой вот классный. Он очень классный. Вот сейчас я его с удовольствием ношу на лето. Прям вообще восхитительный. Потрясающий, здоровский. И нотки свежести есть. Какая-то вот акватическая нотка потом раскрывается. В общем, он такой летний, цветочный, акватический, искристый. Вот так бы я описала этот аромат. Если вам интересны ноты, вы все их можете почитать на сайте. У меня вот такая вот бумажка, которая была в заказе, в которой подписаны все ароматы. А на сайте usashop.ru есть карточка прям всех номерных парфюмерий, да, и Enfies, и номерной парфюмерии Уса. И можно посмотреть, какой номер, какому аромату соответствует, и можно почитать ноты, да. Вот и вся моя коллекция на данный момент парфюмерии Уса Enfies. В целом я очень довольна стойкостью, в целом я очень довольна качеством. Очень здорово, что парфюмы с маслами не пачкают одежды, это все классно. Парфюмерия достойна действительно внимания, она хорошая. Единственное, вот что как бы Байреда нет, это не Байреда. Схожие нотки есть, но нет, совсем нет. Парфюмы классные, парфюмы здоровские, поэтому вот такое сложилось у меня мнение. Еще будет ролик про номерную парфюмерию. Там, кстати, гораздо больше для меня схожести. Там тоже я взяла ароматы, которые пробовала в оригинале. Сейчас покажу вам диффузоры, их необыкновенную красоту, и по стойкости диффузоры, и по ароматам тоже обалденно. Кто-то говорил, ароматы жасмина тяжелый. У нас теперь в детской, из детской есть окошко в темную, в наш комнату, где мы спим, царит аромат жасмина, и он не тяжелый. Нет, когда ты подходишь близко к аромадиффузору, да, запах сильно насыщенный, а так он легкий, но он всегда чувствуется. Вот Ксюшка просыпается, открывает дверь в детскую, и аромат жасмина наполняет абсолютно всю квартиру. И классный аромат от диффузора, который стоит на кухне, тоже он постоянно на кухне присутствует, и он обалденный. Поэтому по диффузорам, девчонки, вообще никаких нареканий, они просто шикарные. За такую цену на подарочек я прям очень рекомендую рассмотреть. Все полезные ссылки под видео, проходите, знакомьтесь, а также промокод. Вот так выглядит аромадиффузор на кухне сейчас. То, что с жасмином, он не окрасился, потому что жидкость практически не имела цвета. Вот так выглядят цветочки. Они не полностью окрасились, видите, а местами. Очень красиво, мне прям нравится безумно. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Пишите, что пробовали вы от Уса Enfies или номерную парфюмерию. А как вам по схожести? Делитесь своим мнением. Всем пока!